требуется принудительное исполнение решения суда. Решение суда вступило в законную силу, и оно должно быть исполнено. Юридическое лицо ООО «ЮКа», которое является организацией должником, не исполняет в добровольном порядке решение суда. В связи с чем сейчас просим освободить помещение от товара, дабы избежать его какой-то порчи, либо потери. Поэтому сейчас мы приступим к принудительному исполнению решения суда. Просим не препятствовать. Решение суда будет исполнено в любом случае сегодня. Чтобы не возникало каких-то конфликтов, убираем ваш товар. Мы приступаем к демонтажу данного сооружения. Сколько у нас есть времени? Прямо сейчас вы приступаете.